Это спецоперация под названием «Выборы». Кроме лома нет приема, если нет другого лома. Андрей Ларионов, ученый, экономист. В прошлом советник президента России по экономическим вопросам. Ныне старший научный сотрудник Центра политики безопасности, город Вашингтон. Второе, что касается так называемого умного голосования, то оно не умное, а очень глупое голосование. Все заключенные лагеря, в котором находится сейчас Навальный, не проголосуют за начальника лагеря. И в жестких авторитарных режимах и в полутоталитарных режимах, которыми является сейчас Россия, по определению не только Навальный, вообще никто иной, кроме Путина, не является политиком. Андрей Николаевич, здравствуйте, рад вас видеть в нашей киевской студии. Добрый день, Мумин, спасибо за приглашение. Давайте начнем с самого главного события. Это выборы в кавычках, я специально не называю выборы. Давайте не будем кокетничать, и во мнении многих экспертов все-таки трудно назвать то, что произошло в России, выборами. Например, господин Ходорковский, экс-глава ЮКОСа, говорит, что это было политическое действие. А есть эксперты, которые говорят, что это была спецоперация по назначению новых чиновников и законодателей в Государственную Думу, в российский парламент. Как бы вы назвали это событие? С 2003 года подобные действия я называю спецоперациями. И, кажется, этот термин уже вошел в обиход. Это спецоперация под названием «Выборы». Бывают выборы президентские, спецоперация «Выборы». Бывают спецоперации парламентские, «Выборы» в кавычках. Но это в любом случае спецоперация, имеющая и пропагандистские, и фальсификационные, и квази-юридические силовые элементы. Учитывая, что против лома нет приема, точнее говоря, сложно подобрать какие-то формулы сопротивления, оппозиция в качестве оружия использовала умное голосование. Как вы к нему относитесь? Продолжая известную поговорку, кроме лома нет приема, если нет другого лома. Иными словами, слом жестко авторитарной политической системы, какая существует сейчас в России, точнее, жестко авторитарная система с элементами тоталитаризма, возможен только в результате силового сопротивления. Это силовое сопротивление может быть либо внешним, либо внутренним. Но без силового сопротивления такие режимы не уходят. Это первое. Второе, что касается так называемого умного голосования, то оно не умное, а очень глупое голосование, поскольку это тоже спецоперация, только проводимая другими людьми, нацелена так или иначе на укрепление этого режима, на придание ему псевдолегитимности, на мобилизацию граждан, населения для участия в спецоперации, которая проводится режимом. Как бы ни относиться к нему, как бы ни представлять его, это, безусловно, операция, нацеленная на укрепление этого режима. Вот те ролики, которые, например, ФБК готовил, показывал, представлял относительно тех или иных кандидатов, от «Единой России» или от кого-то другого. Вы имеете в виду компрометирующие ролики? Которые рассказывают правду. Так. О Лаврове, там, о Володине, о Шойгу, о некой гражданке Бутина и так далее. Это в любом случае очень полезные материалы. И не случайно, что их посмотрели миллионы людей. Это действительно важная, полезная информация для понимания того, каких лиц власть направляет в орган под названием кавычка «Государственная Дума». Это, безусловно, полезная информация, но эту полезную информацию необходимо отделять от абсолютно ложных, вредных советов, которые даются в конце таких роликов, которые касаются участия в так называемом умном голосовании. Но команда Навального поставила задачу не кого-то помочь избраться, кому-то, простите, а сломать игру.
Вот сломать игру, эта игра стоила свеч или нет? Ну, это примерно то же самое, что вот участвовать, я не знаю, в том лагере, в котором находится тот же самый Навальный, а вот участие в выборе начальника лагеря, в котором он находится. Вот он будет организовывать среди заключенных своего лагеря. Давайте мы будем проводить умное голосование. Будем мы голосовать за этого начальника лагеря или не будем голосовать за этого начальника лагеря? Давайте мы... Допустим, представим такую ситуацию, что все заключенные лагеря, в котором находится сейчас Навальный, не проголосуют за начальника лагеря. И изменится ли власть в этом лагере? Ответ очевиден. Но это создаст иллюзию, что вот мы тут что-то участвовали, мы принимали участие, а если тем более это голосование за начальника лагеря организовано самим начальником лагеря, то таким образом в результате того, как Центральная избирательная комиссия этого лагеря объявит победителем этих выборов того же самого начальника лагеря, то таким образом он получает таким квазидополнительную легитимность, полученную не только от своего непосредственного начальника, кто его назначил, но еще как бы и от заключенных лагеря, которые поддержали его кандидатуру. Таким образом, в данном случае и сам Навальный, и его коллеги осознанно или несознательно работают на поддержание квазилегитимности этой системы. Что печально. В отличие от той работы, еще раз скажу, как полезной работы, которую они делают по информированию граждан страны и зарубежных стран о том, какие лица оказываются в органах государственной власти нынешней России. Андрей, вы не первый, кто критикуете стратегию умного голосования. Недавно известный писатель... Нет, я был первым. Когда она еще только появилась, кажется, самый первый комментарий, это было много лет тому назад, по-моему, исходили как раз от меня. Недавно и Борис Акунин, известный писатель, также прошелся по этой стратегии. Но наверняка те, кто критикует умное голосование, наверное, знают секрет, как надо было действовать. Как надо было действовать, я уже сказал об этом. Силовое. Нет, вы понимаете, какая вещь? Дело в том, что надо или не надо, это каждый принимает для себя решение. И отдельно, и в целом общество. Мы знаем точно сегодня, что других способов просто нет. Поэтому можно принять решение не участвовать в силовом сопротивлении, но это означает сохранение этого режима до его физического, естественного исчезновения в результате естественных процессов. А если же есть желание, намерение и цель закончить с этим режимом раньше, то единственные способы для этого делать – это силовое сопротивление, либо внутреннее, либо внешнее. Как вы относитесь к идее бойкота выборов? Какие минусы и плюсы? Эти предложения тоже звучали из разных сторон. Ну, по крайней мере, с 2003 или с 2007 года это как раз та позиция, которую занимаю я и целый ряд других людей, заключается в том, что если мы не можем повлиять на результаты вот этой спецоперации, а мы не можем повлиять, и граждане страны не могут повлиять на результаты, тогда в этом лучше не участвовать. По крайней мере, мы сохраняем свои моральные позиции, не участие в этом процессе, не поддержка этого процесса, не предоставление дополнительной легитимности абсолютно нелегитимному, нелегальному процессу. Можно ли сказать, что Алексей Навальный последние месяцы стал одним из главных действующих лиц этой избирательной кампании, человек наиболее влиятельный в этом процессе? Не заметил его, он находился в это будучи время... в тюрьме. Я не видел этого процесса. А умное голосование, разве не его изобретение? Из-за умного голосования Кремль нагнул такие корпорации, как Google, Apple и Telegram. И вовлек международные такие финансовые институты в эту историю. Кремль это сделал не из-за Навального. Кремль это сделал из-за сохранения, из главной цели, сохранения собственной власти и ужесточения собственного режима. Принципиальное решение... такого характера принимались одним человеком, господином Путиным. Они принимались не из-за Навального и не по поводу Навального. Они принимались исключительно из-за сохранения его собственной власти. Они принимались, из память не изменяет, в 2018 году. Простите, но убрать приложение из магазинов Apple и
Google это как раз было прямое указание Кремля. Это мелкий вопрос, технический абсолютно. Но именно против умного голосования. Мелкий вопрос, абсолютно несущественный. Понимаете, это вопрос о том, какие технологии применяются в том или ином случае. Вот полтора года тому назад была введена технология голосования так называемой на пеньках. Или в этот раз было введено электронное голосование, или голосование в течение 3 дней, или убрать тот или иной апп из Google и так далее. Это все технические вопросы. Понимаете, технические вопросы не решают вопроса о власти. На какое место вы сегодня ставите Алексея Навального? Это политик номер один или политик номер два? Он не является политиком. Ну, помимо того, что он политзаключенный, он все-таки... Он является политзаключенным, он является блогером, талантливым блогером, но не является политиком. Ну, ему просто не дают возможности баллотироваться, участвовать в избирательных кампаниях. Вы исключаете, что все-таки у него статус политика. В жестких авторитарных режимах и в полутоталитарных режимах, которым является сейчас Россия, политиком является только один человек. Поэтому определение не только Навальный, вообще никто иной, кроме Путина, не является политиком. Вот тут не должно быть неправильного понимания. Это касается не отношения к Навальному, является он политиком или не является политиком. Политиком не является никто иной. Ни Зюганов, ни Явлинский, ни Жириновский, ни Мишустин, ни Володин. Никто из них не является политиками. Они все являются исполнителями воли одного гражданина, если они находятся на стороне власти, или жертвами в той или иной степени этой власти, если они находятся по другую сторону баррикад. Но ни один из них не является политиком. Политик – это тот человек, кто не только участвует в борьбе за власть, но имеет шансы получить эту власть. В условиях жестко авторитарного режима с элементами тоталитаризма это невозможно. Возможно это только в том случае, если какое-то лицо или какие-то лица прибегают к силовому сопротивлению. Это только единственный способ борьбы за власть. Поскольку никто из этих лиц, упомянутых мной, а также и те лица, какие не упомянуты мной, никогда не участвовали, не участвуют и не собираются участвовать, и не заявляют о том, что они собираются заниматься силовым сопротивлением, ни один из них не является политиком. Хорошо. Когда Алексей Навальный принял участие в выборах мэра в 2013 году, тогда он был политик? Тогда уже режим был жестко авторитарным, и ни шансов у него получения политической власти были равны нулю. Но... Еще раз говорю, надо понимать природу этого режима. Можно участвовать в спектаклях, понимаете? Вот в спектаклях на сцене концентрационного лагеря можно участвовать. И можно даже надеть на себе королевскую корону, можно назвать себя Наполеоном, можно назвать себя Александром Македонским. Но от этого ты не становишься ни Александром Македонским, ни Наполеоном. Даже если ты называешь свои действия, игровые действия в концентрационном лагере политической деятельностью, от этого политиком ты не становишься. Политиком ты можешь стать только тогда, когда ты участвуешь в политической деятельности с реальными шансами получения политической власти. У господина Навального в 2013 году шансы на получение политической власти даже на уровне города Москвы были равны нулю. Независимо от того, какие проценты он получил на самом деле, или были нарисованы, или предоставлены и так далее. Мы хорошо помним тот спектакль, в котором участвовал не только господин Навальный, но и господин Собянин, который предоставлял подписи депутатов «Единой России», той самой «Единой России», которая потом была названа Навальным партией жуликов и воров. Таким образом, господин Навальный получил там 80 или 90 или сколько подписей членов партии жуликов и воров для того, чтобы участвовать в том самом спектакле, в котором он участвовал в 2013 году. Это спектакль. Спектакль на подмостках концентрационного лагеря. Он не имеет отношения к получению власти. Чтобы закрыть вопрос Навальным, можете ответить, какова будет его дальнейшая судьба, ваши прогнозы? Он либо будет находиться в лагере, либо при условии получения твердых гарантий от него, подкрепленных соответствующими действиями силовых органов, он покинет лагерь и одновременно территорию Российской Федерации. Я полагаю, что режим, или конкретно господин Путин, господина Путина вполне устроит такой вариант, что по истечении срока нахождения Навального в лагере он покинет территорию Российской Федерации. Да, в этом случае он
такая сделка может быть заключена, и он так же, как, например, Михаил Ходорковский, после лагеря отправится за границу. Если же он на это не пойдет, он будет находиться там, где он находится сейчас, или в каком-то другом месте. Одна из главных тем последних дней – это скандал вокруг дистанционного электронного голосования. Около 2 миллионов москвичей использовали эту систему, и получилось так, что те кандидаты, которые лидировали, в том числе от умного голосования, получив свои поддержку у избирательных урн, оказались в проигрыше при помощи электронного голосования, которое опубликовали, данные которого опубликовали спустя день и даже позже. Вы разобрались в этом скандале? Честно говоря, даже неинтересно было, поскольку с самого начала было ясно, что это одна из новых технологий манипулирования так называемым голосованием или волеизъявлением. Цели его были совершенно очевидны с самого начала. Какая именно технологическая находка или какое там открытие, или какое именно решение, или какие решения позволят это сделать, это, честно говоря, неинтересно. Потому что цель была совершенно понятна. Было ясно, что начиная с системы еще ГАЗ-выборы, которая была создана в начале 2000-х годов, все, что связано с электронным подсчетом, учетом голосов, создается только исключительно для того, чтобы манипулировать этими результатами, производить желаемые результаты для власти. Участвовать в этом нет никакого смысла. В этом контексте разбирать личное дело Алексея Венедиктова стоит, или он жертва этой истории, и к нему не может быть никаких претензий? Он лоббировал эту систему электронного голосования. Ну, у Алексея Венедиктова такая стезя, которую он сам себе выбрал, поэтому он время от времени активно участвует в тех или иных проектах, которые предлагаются властью. Иногда он занимает другую позицию, но время от времени, скажем, достаточно регулярно, он принимает для себя решение, либо сам, либо по какой-то просьбе, но это его выбор. Ну, в любом случае, есть такая фраза «все мы там будем». Электронное голосование неизбежно. В Эстонии это был успешный проект, и в других странах тоже. Все равно от этого никуда не деться. Как вы думаете, в следующие выборы, а выборы президента, это будет тоже электронное голосование или все-таки несколько иначе? Неправильно сравнивать электронное голосование в Эстонии с электронным голосованием в России, потому что принципиальный вопрос заключается не в электронном голосовании, не в технологиях, а в природе режима. Если сам режим является свободным, если он является демократическим, если в стране господствует верховенство права, то тогда любые технологии, или те технологии, которые предлагаются, имеют шанс быть направленными на усиление именно правового режима. Если же природа режима иная, то тогда и технологии работают против этого режима. Это все равно, что обсуждать. Вот газеты, они, так сказать, способствуют демократии или, наоборот, работают на авторитаризм? Ну, сравните, значит, одно дело это, если какие-то средства массовой информации или даже вот ваша передача, да, допустим, как средство массовой информации. На что работает? Зависит от того, каковы целевые установки создатели этого информационного продукта. Если они нацелены на свободу, если нацелены на информирование людей, на обеспечение прав граждан, это одна цель. Если нацелены на дезинформацию, как, например, коллеги там на Первом канале или на каких-то других российских каналах, цель совершенно другая. Если это честная газета, это одна история. Если это Фелькишер Биобахтер или газета «Правда», это другая история. С помощью кинофильмов можно создавать, там, допустим, поразительные по силе документальное кино, или можно создавать, там, например, там, я не знаю, «Триумф воли» или «Броненосец Потемкин», пропагандистские материалы. То же самое, как и с радио, и с телевидением, с Твиттером, с интернетом. Это все технические средства. Технические средства можно использовать в любую сторону. Все зависит от природы политического режима и от целей людей, которые используют эти технические средства. Если цель заключается свобода, результаты одни. Если целью является укрепление авторитаризма и тоталитаризма, результаты получаются другие.
Андрей Николаевич, мы чуть позже вернемся, более подробно поговорим о санкциях, его реакции и России. Скажите, говоря о выборах, так называемых выборах, простите, появление пятой партии в Думе для вас было неожиданным? Это одна из, опять-таки, из технологических операций, которые делала администрация президента непосредственно. Все строго по сценарию? Конечно. Некоторые эксперты говорят об эффекте Аксентьева, это бывший мэр Якутска. Вот такое новое лицо могло вообще повлиять на то, чтобы люди заинтересовались и проголосовали. Вы исключаете эти детали? Нет, никаких подтверждений этой версии я не вижу. Что вы ожидаете от этой Думы? Это опять будет, прости меня, Господи, тупой бешеный принтер, или все-таки будут какие-то нюансы, или появятся люди, или инициативы, которые как-то смягчат ситуацию вокруг запретительных законов? На каком основании? Из каких источников? Нет, то есть опять-таки мы возвращаемся к природе этого режима. Это природа этого режима, жесткий авторитарный режим с элементами тоталитаризма, в которой главным действующим лицом, а в некоторых случаях исключительным действующим лицом, единственным политиком является господин Путин. Ну и несколько его ближайших коллег, сотрудников, прежде всего из спецслужб. Нынешняя, как вы говорите, спецоперация, а не выборы, это подготовка к 2024 году. Как вы считаете, Путин будет в данном контексте все-таки выставлять свою фигуру на президентских выборах, или еще он решение для себя не принял? Да нет, по-моему, для него уже давно это решение принято, и не только по поводу 24-го, но и какого там следующего, 30-го, 36-го года, каких последующих. Это не имеет значения. Ограничительным для него являются лишь его собственное здоровье и его собственная жизнь. Ничего другого. Если кто-то думает, что на 36-м годе все закончится, если здоровье ему будет позволять, и он будет находиться еще в достаточно здравом состоянии, то тот глубоко ошибается. Тогда будут, соответственно, и 42-й или какой там 48-й годы. А с чем вы тогда связываете историю с Дмитрием Медведевым, которому все-таки он уступил место, хоть и временно, но рискнул? А почему сейчас не может рискнуть? Была другая эпоха. Это был 5-7 годы, когда Путин действительно серьезно рассматривал вопрос о возможности ухода от власти. Он тогда действительно серьезно думал о том, что при определенных условиях он может покинуть власть и оставить ее наследнику, преемнику, который сможет обеспечить и его интересы, и его безопасность, и его здоровье. Как раз опыт, вот этот эксперимент с господином Медведевым показал ему, что он не может доверять никому, включая даже господину Медведеву. Как учил нас известный герой кинофильма «О 17 мгновениях весны». Доверять никому нельзя, даже самому себе. А казахстанский вариант, когда есть некий аксакал, верховный правитель, и есть при нем президент, вы исключаете? Владимир Владимирович Путин – это не Нурсултан Назарбаев. Совершенно другое поколение, другой бэкграунд, другие представления, и другое восприятие и собственной страны, и мировой действительности. А американцы и некоторые европейские институты не признают выборы в Крыму. Что касается остального, какова будет позиция, пока мы не слышим их реакции? Ну, вот уже было заявление европейских властей, которые сделали предупреждение о том, что надо быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов вообще, не только в Крыму и на Донбассе, но и вообще в целом Российской Федерации. Такого не было раньше, это новое появление. Но будет следующий шаг на уровне Евросоюза? Это зависит от решения Евросоюза. Мы не можем принять это решение за них. Но впервые появилось такое предупреждение о том, что такого рода спецоперации могут быть не признаны на уровне не только национальной, государственной и международных организаций. Кремлю и Владимиру Путину важно, чтобы Запад признал эти выборы легитимными, или ему начхать, собака лает, караван идет? Нет, в целом, конечно, это было бы полезно для него, если бы такие вещи признавались. И, конечно, это очень неприятно, если они не признаются, потому что если не будут признаны результаты спецоперации 21, то, значит, соответственно, могут не быть признаны результаты спецоперации 2024, президентских, так называемые спецоперации, президентские выборы. Конечно, ему было бы очень неприятно.
Но это означает, что ни один депутат Госдумы, который вот в этого созыва, он не сможет представлять Россию ни в каких международных институтах. Правильно? Ну, жизнь гораздо более сложная, и, как показывает практика, даже те же самые западные страны, которые принимают соответствующие резолюции, соответствующие заявления, потом находят миллион разных уловок для того, чтобы пускать этих людей на свою территорию и давать возможность представлять соответствующим людям. И даже те люди, которые находятся под санкциями, тем не менее оказываются на территории западных стран. То есть жизнь гораздо более сложная. Тем не менее, это еще один дополнительный шаг, который ограничит возможности на внешней арене российского режима. Европейский совет по правам человека обвинил Россию в убийстве Александра Литвиненко. Это бывший сотрудник КГБ, который попросил политическое убежище в Лондоне. Я просто напоминаю историю для наших слушателей. И убийство совершил, по версии британцев, Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Луговой опять стал депутатом Госдумы. На ваш взгляд, это наносит какой-то ущерб Кремлю или, опять же, та же история, что, чтобы там ни говорили, Кремлю особо это неинтересно? Я только добавил бы еще к этому, а не только обвинил в этом, поскольку это обвинение прозвучало раньше. Там появилась третья фигура, господина Сергея Федотова. Генерала ФСБ. Генерала ФСБ, который, похоже, на месте руководил группой убийц. Это второй пункт. И, наконец, третий. Суд присудил компенсацию вдове Александра Литвиненко, Марине Литвиненко, в размере 100 тысяч. Да, поэтому здесь важно не только само обвинение, но и присуждение компенсации. Это уже юридическое действие. И до настоящего времени в подавляющем большинстве случаев Россия выплачивала соответствующие компенсации. Если это произойдет и в этом случае, то в этой ситуации это будет свидетельством де-факто признания российским режимом своей ответственности за убийство Александра Литвиненко. Но если они выплатят, а могут и не выплатить. Даже в этом случае все равно есть принципиальное решение суда. И мы знаем, что более всего Владимир Путин не любит решение суда. То есть решение... Те или иные резолюции парламентов он воспринимает как несерьезные документы. Гораздо более серьезно относится к решениям исполнительных властей. Ну, для этого обычно существует госпожа Захарова, чтобы комментировать эти решения. Что же касается решения судов, то он, как выпускник юридического факультета Ленинградского университета, видимо, получивший соответствующие знания, и соответствующие представления еще на студенческой скамье, наиболее серьезно относятся к решениям судов. Но насколько вот такие решения наносят ущерб Кремлю или... Безусловно. Наносят ущерб? Конечно. Что может из этого выйти? Ну, прежде всего, это для самого Путина осознание им, что его незаконные, нелегальные криминальные действия не являются секретом для всего мира. И то, что эти криминальные действия зафиксированы и названы криминальными в решениях судов. И это означает, что у такого рода судов нет срока давности. И это, соответственно, для него является очень важным индикатором для того, чтобы он понимал, насколько ограничивается его сфера дальнейшие действия и дальнейшей жизни. Это ограничит его возможности. Это, конечно, заставляет его находиться на том посту, на котором он находится до конца его жизни. Но это означает, что у него не остается никаких лазеек для, скажем так, восстановления нормальной жизни. Ее нет, поскольку количество криминальных действий, в которых он обвинен, и решения, по которым уже приняты или принимаются, или будут приняты в ближайшее время, постоянно нарастает. Скажите, а для него вообще важно, чтобы его воспринимали как серьезного политика, которого могли бы приглашать, как говорится, в лучшие дома Лондона, или его вполне устраивает этот образ отравителя, убийцы, то, о чем говорят многие политики в Европе, что лучше уж пусть боятся, чем жалеют? Нет, конечно, для него важно. Это важно. Конечно. То есть ему важно одеть фраг и подать руку королеве или другим деятелям истеблишмента и так далее? Безусловно, важно.
То есть он хочет сидеть за одним столом с европейскими политиками. Ну, я бы сказал, в зависимости от того, кто является его потенциальным партнером, например, для него очень важно было в свое время не столько с европейским политиком, например, сидеть рядом с президентом Трампом. А в начале этого года он очень хотел встретиться с господином Байденом. Убедившись в том, кем является господин Байден, у него больше такого желания нет. То есть... Но это зависит просто уже конкретно от личности. Но... Что не удовлетворило его в господине Байдене? Нет, он просто увидел, что он из себя представляет. И те вопросы, которые он полагал, что он может решить с господином Байденом, он вдруг понял, что он может решать без господина Байдена. А господин Байден в данном случае ему не помощник, он потерял интерес к господину Байдену. Если вы помните, в апреле, когда Байден проводил саммит по климатическим вопросам, совершенно бессмысленная, если не сказать, абсолютно вредная тема. Путин был приглашен, и Путин оперативно откликнулся на это, сказал, да-да, конечно, мы обязательно будем принимать участие. Принимал участие, сделал там развернутое выступление с рассказом о том, какие глупости будет совершать российские власти по борьбе с так называемыми климатическими изменениями. Это очень серьезно пиарилось, потому что для Путина было очень важным установить личные контакты и вообще контакты с Байденом. Он очень опасался того, что Байден может сделать что-то такое, что может нанести ему существенный ущерб. Полгода спустя, когда вот теперь Байден проводит новый саммит по ковиду, Путин лениво и небрежно ответил, что он не будет в этом участвовать. Теперь Байден не представляет для него такого интереса, какой он представлял себе уже полгода тому назад. И результатом вот этого изменения отношений стало поведение Байдена за вот эти самые последние полгода. Потому что с теми решениями, вот те решения, которые он принял, и те решения, которые он не принял, он просто показал свою позицию. В том числе и по поводу вывода войск из Афганистана, по поводу отношения к Украине, по поводу отношения к Северному потоку-2. Все, что можно было получить от Байдена для Путина, Путин уже получил. Он заблокировал вступление Украины в НАТО, предоставление ПТЧ во время срока действия Байдена. Он получил от Байдена разрешение на строительство Северного потока-2, снятие санкций. Он достроил этот Северный поток-2. А Байден не назначил посла в Украину, не назначил постоянного представителя в Украину, хотя уже прошло более 8 месяцев с начала каденции, и кандидатура даже не рассматривается. Но можно дальше продолжать длительный список того, что сделал Байден, что полностью находится в интересах Путина. Он получил от него все, что хотел, сейчас нет необходимости встречаться с Байденом для Путина. Говоря о личности Путина, на ваш взгляд, Владимир Владимирович гениальный селекционер, который умеет так подобрать свое окружение, что там практически за эти 22 года нахождения у власти никто не пикнул против него. Он даже сумел экс-губернатора Петербурга Владимира Яковлева, которого вы, наверное, неплохо знаете, из оппонента превратить в союзника, а потом тихо отправил в небытие. Ну, не все те, кто работали с Путиным, продолжали оставаться его союзниками. Я извиняюсь, были люди... Вы имеете в виду себя? В том числе и есть люди, которые работали с ним вначале, потом перестали с ним работать. Поэтому... Но все-таки никто не предал. Я не знаю, что такое предал. Для того, чтобы встать по ту сторону баррикад. Это... Нет, понимаете, термин предательство может быть использован по отношению к такой организации, как мафия. Так. Значит, предать босса мафии. Но для этого надо быть стать членом мафии. Если ты не являешься членом мафии, то свои разногласия с лицом, с которым у тебя заключен контракт, не могут быть называться предательством или изменой. У тебя контракт на выполнение определенных функций. Если же так называемый вот руководитель мафии или, так сказать, государства сам совершает предательство по отношению к собственной стране, осуществляя, например, акции агрессии против соседних народов или акции массового убийства собственных граждан или похищения из собственного бюджета миллиардов, десятков миллиардов долларов, то это акции измены и предательства того лица, кто это совершает. И разрыв отношений с таким лицом является не актом измены и предательства, а акцией как раз патриотизма по отношению к собственной стране и к собственным гражданам.
все-таки возвращаясь к своему вопросу, Путин гениальный кадровик? Я бы сказал, он талантливый человек в подборе кадров. Уход в небытие Дмитрия Медведева, как вы объясняете? Это еще одно подтверждение персоналистского характера авторитарного режима с элементами тоталитаризма. Это еще одно подтверждение того, что политиком в России является только один человек – Владимир Путин. Ни один другой человек, ни Дмитрий Медведев, ни Навальный, ни Мишустин, ни Нарышкин, ни Володин, ни кто-либо иной политиками не являются. Политикой является один человек – Путин. Именно он принимает решение, кому из его лиц, людей окружающих его, занимать какую позицию. Ни один из них не является политиком. Также ни одно лицо за пределами этого режима не является политиком, поскольку ни одно лицо не участвует в реальной борьбе за политическую власть в сегодняшней России. Но напомню нашим слушателям, что вы 5 лет проработали советником президента по экономическим вопросам и его представителем на международных экономических институтах. Вы неплохо знаете Дмитрия Медведева. А почему все-таки ему не подобрали какую-то достойную должность? Ну, говорили и о председателе Конституционного суда, говорили о главе Центробанка. Почему вот эта вот унизительная должность зам главы Совета Безопасности без возможности вообще озвучивать как-то свою позицию? Совершенно интересный вопрос. Совершенно интересный вопрос. Потому что, во-первых, господин Медведев... Этот человек был все-таки 4 года президентом России. Но ничего себе не представляет. Вот это короткий ответ. Да. Не представлял раньше, не представлял даже, когда он занимал этот пост, и не представляет сейчас. Поэтому никакого интереса он не представляет. Ни то, чем он занимается, ни чем, чем он не занимается, никакую он позицию занимает. Просто абсолютно не представляет никакого интереса. А может ли рядом с Путиным существовать честный чиновник, не вор и не коррупционер? Или это исключено? Я не знаю, как сейчас, но в то время, когда я работал в администрации президента, мне встречались большое количество очень честных, достойных людей, работавших в администрации президента, и некоторые работали в правительстве Российской Федерации, которые были абсолютно честными, профессиональными, компетентными, не замаранными ни в каких коррупционных акциях, честно делали свою работу. Я надеюсь, что некоторые из них продолжают оставаться такими же и сейчас. Возвращаясь к Путину как талантливому кадровику, для него важно, чтобы был какой-то крючок или компромат на ближайшее окружение? Или человек может быть честный и порядочный, и выполнять свою работу хорошо, и этого достаточно? Ну, видимо, это один из важнейших факторов для того, чтобы принимать человека и продвигать его по карьере, по крайней мере. Я не раз становился свидетелем того, как такой механизм работал по отношению к отдельным людям. Хотя далеко не ко всем, потому что, еще раз скажу, далеко не все люди оказались замешанными в каких-либо грязных схемах или на кого-то, на всех ли есть компромат. Я знаю, что есть целый ряд людей, которые, ну, по крайней мере, в тот момент, когда я работал в администрации, были абсолютно порядочными людьми. И тем не менее продолжали работать. Напомню историю про Сергея Лаврова. Вы о нем тоже говорили несколько минут назад. Вышел репортаж или фильм о его личной жизни, в том числе о его богатстве и так далее. Вот когда выходят такие фильмы, и наверняка Путин это все видит, каково его отношение к этой истории? Он считает, что вот этот компромат, который есть на Лаврова и на те затраты государства на его, на членов его семьи, это хороший крючок, за который всегда можно подвесить господина Лаврова? Или просто господин Лавров делает хорошо свое дело и вполне заслуженно он получает вот эти льготы, бонусы и дивиденды? Для Путина ничего нового в этих фильмах нету. Нет, я понимаю. Он давно все это знал. Но хорошо, для него это вот, да, господин Лавров имеет то, что показал Навальный и его команда. Это вот вполне заслуженная награда. Да, и важная история, да. Это вполне достойная награда, никаких претензий. Или это все-таки крючок, который всегда может сработать? Да нет, это просто дополнительный зуб на тех, кто публикует информационные материалы о сотрудниках
окружающих Путина. Ведь это две большие разницы. Когда Путин это знает, и когда все остальные знают об этом, кроме... Это неприятно было бы господину Лаврову. Ну, конечно, потому что... Наоборот, он может похвастаться, что он крутой. Нет, у него есть то, третье, пятое, десятое. Нет, это для Путина одно дело, когда он знает эту информацию и может управлять информацией, использовать эту информацию, управлять этими лицами, так сказать, угрожая тем, что эта информация становится известной, или он может использовать ее в своих целях. Когда же эта информация становится публичной, известной для всех, то как раз этот инструмент управления, который был до этого Путина, он исчезает, потому что теперь знают все. И тогда он не может использовать ее в качестве некой угрозы обнародования или использования для этой информации. Поэтому, естественно, у него вызывает такого рода публикации вызывает негативное чувство, но не по отношению к Лаврову, а по отношению к тем, кто обнародовал эту информацию, то есть по отношению к важным историям и ФБК. Ну, то есть ему не нравится, когда СОР выносит из избы, конечно, если грубо так. Ну, это вот, да, СОР, его СОР из его избы. Алексей Кудрин, ваш коллега-экономист, это честный и порядочный чиновник или человек, на которого тоже есть компромат, и его действия сильно ограничены, потому что он-то как раз в курсе того, что происходит в финансах и экономике в России. Вы хотите новую серию важных историй? Конечно. Или материал для ФБК? Ну, оставим нашим коллегам для следующих материалов. Вы уходите от этого вопроса. Я уже не раз говорил то, о чем, чему я был конкретным свидетелем. 26 декабря 2005 года я участвовал в заседании с господином Путиным, участником которого был и господин Кудрин. Во время этого заседания состав этого совещания обсуждал вопрос о том, как похитить 12 миллиардов долларов из государственных активов Российской Федерации с помощью IPO Роснефти. За эту операцию высказывали все участники этого мероприятия, начиная от господина Путина, господина Медведева, господина Кудрина, господина Грефа и других людей. Единственным человеком, который выступал против, это был я, который, не добившись результата, на следующий день подал в отставку. Никто из этих людей не выступал ни против, никто из них не подал в отставку, а через полгода эта операция была проведена. И государственные активы Российской Федерации были облегчены на 12 миллиардов долларов. Я думаю, из этого и вы, и наши слушатели, и зрители сделают все необходимые выводы. Возвращаясь к господину Навальному, он ратует за то, чтобы санкции Запада были в отношении ближнего круга Путина, а именно так называемых олигархов Абрамович, Дерипаска, Усманов. Господин Чичваркин, известный критик Кремля, считает, что нельзя бить по частному бизнесу, потому что пройдет какое-то время, если сменится власть, все эти перечисленные люди будут исправно работать на нового президента, в том числе на Навального, если ему повезет, то частная собственность – это священная корова, которую нельзя трогать. Как вы считаете? Но дело в том, что зависит от того, какие цели стоят. Дело в том, что... Ну, простите, я просто напомню нашим слушателям, что господин Навальный считает, что вот эти люди финансируют режим и дают ему возможность оставаться в хорошем финансовом положении. У господина Навального в корне неверное представление о природе российского режима. И это еще одно подтверждение того, что он не является политиком. Так. Не только потому, что он не борется за власть, не только потому, что у него нет возможности получить власть, но потому, что у него нет даже сколько-нибудь отдаленного, адекватного представления о природе российского режима. И в течение скольких там 12 или 13 лет, или больше 15 лет, в течение которых он находится в политических кругах и активно участвует в каких-то политических дискуссиях и работает блогером, он постоянно дает абсолютно ложные, абсолютно неадекватные комментарии о природе российского режима. В том числе и тогда, когда он участвует в так называемых спецоперациях по выборах, то есть по участию в концертах на подмостках концентрационного лагеря. И тогда, когда он дает рекомендации преследовать с помощью санкций людей, которые не только не финансируют Путина, это Путин финансирует их, но они не имеют никакого влияния на власть. Они в самом лучшем случае используются в качестве
лиц на посылках у власти, у того же Путина или у других приближенных. То есть Путин назначает миллиардеров, правильно? Он назначает тех, кто может стать миллиардерами, соответствующим образом распределяя государственные заказы, размещая, назначая тех или иных лиц на те или иные позиции, предоставляя одним возможность зарабатывать, а других лишая собственности или лишая возможности зарабатывать. Таких примеров также огромное количество, о которых мы все знаем. Поэтому направление внимания общественности и своих сторонников на так называемых олигархов, которые используются в лучшем случае в качестве посыльных по отдельным вопросам, уводит внимание российской и международной общественности от центра этой власти. Возникает тогда естественный вопрос. Господин Навальный этого просто не понимает, или он это понимает, но делает, тем не менее, все равно это делает по каким-то причинам. Но я так понимаю, что такие санкции, они бессмысленны просто. Они нелепы. Они просто нелепы. А в отношении силовиков это работает? Или силовики все равно никуда не выезжают? Нет, понимаете, тогда уже другой вопрос. Ну, потому что... По крайней мере, о том, тогда уже можно обсуждать, в какой степени, какого рода санкции, в адрес кого. Но это будет касаться тех людей, которые имеют отношение к власти, к принятию решений. По крайней мере, целый ряд там силовиков, которые окружают Владимира Путина, они принимают участие в обсуждении, в советовании, в опровержении, в предложении различных вариантов принятия решений. Ну да, они имеют к этому отношение, но эти олигархи не имеют к этому отношения. Просто сам факт того, что некий гражданин плавает на яхте и, так сказать, приглашает туда либо государственных чиновников, либо девушек по развлечениям, сам по себе этот факт не является свидетельством того, что этот человек оказывает влияние на принятие решения, тем более принимает такого рода решения. Ну, допустим, что Запад услышит призывы Навального и заблокирует и финансы, и всякую предпринимательскую деятельность этих перечисленных фамилий Абрамовича, Дерипаска, Усманова, условно говоря. Не обязательно эти, может быть, еще и другие. Это нанесет удар Кремлю или нет? Или это бессмысленно? Естественно, нет. Нет. Ну, потому что решение принимает Путин. Власть в Кремле принадлежит Путину. И узкому кругу, прежде всего, представителей спецслужб, которые принимают эти решения. Ну, хорошо. Соответственно, значит, накажут какого-нибудь там Дерибаску или Усманова. Что в этом случае произойдет? Вы что думаете, значит, папа будет меньше пить? Нет, сыночек, ты будешь меньше есть. Это значит, соответственно, та же самая Государственная Дума примет решение о компенсации потерь этих олигархов за счет российских граждан. Вот и все. А Чичваркин, продолжая эту тему, говорит, что в любом случае эти люди, если сменится власть, будут обслуживать новую власть. Вы тоже так считаете, что в их приоритетах всегда деньги, бизнес и ничего личного? Я думаю, что некоторые из них попытаются это сделать, безусловно. Но зависит от того, какая будет новая власть. И от того, как новая власть будет относиться к тем лицам, которые воспитаны, вскормлены путинским режимом. Это зависит от власти, от другой власти, от новой власти. Если власть будет, пойдет по тем же самым стопам и воспроизведет все те же самые структуры, то есть поменяются отдельные лица, но природа этой власти не изменится, природа этого режима не изменится, то да, скорее всего, так и будет. Но в этом и заключается, что в этом заключается проблема. Замена одного лица или нескольких лиц в этом режиме, или замена всего режима. И по этому вопросу тоже взгляды в российском обществе и, по крайней мере, в той части, которая называется интеллектуальная оппозиция, различаются. По сути дела, санкционная политика, по большому счету, никогда против России не начиналась. Она всегда касалась только второстепенных и третьестепенных отраслей, сфер, направлений. По-настоящему, если бы у западных стран было реальное желание наказать режим за его агрессивные действия или за нарушение прав человека на территории России, всегда можно было бы это сделать. Вот конкретный пример. Можно же было продолжать политику господина Трампа, блокировать санкциями строительство «Северного потока-2». Что сделал господин Байден? Он отменил даже те санкции, которые ввел его предшественник. И не просто позволил, а сделал все возможное, чтобы «Северный поток-2» был достроен ударными темпами. То есть мы видим не в том смысле, что Запад не использует новые санкции. Он снимает даже те санкции,
по крайней мере, нынешняя администрация Соединенных Штатов, сняла даже те санкции, которые были введены его предшественникам. Поэтому вопрос сейчас не о том, что использованы эти ресурсы, а даже те небольшие санкции, которые были введены, которые имели очень ограниченное, но все-таки какое-то воздействие, были ликвидированы этой администрацией. Какие слабые стороны? Я приведу просто один пример. Это мы сказали по тому, какие санкции можно было бы, какие были санкции реально сняты, хотя их можно было бы сохранить. Ну, есть очень простые санкции. Санкции, например, на экспорт энергоносителей из России. Эти санкции даже никогда не обсуждались. Вы имеете в виду нефть и газ? Нефть и газ. Но... Например, и такого рода санкции были введены против Ирана. И они действовали в течение длительного времени. Режим устоял. Режим устоял, но он ограничил возможности режима по созданию ядерного оружия в дополнение с другими мерами. Тем не менее, эти санкции были применены по отношению к этому режиму, путинскому режиму. Даже обсуждения этих санкций нет. Некоторые эксперты считают, что чем хуже ситуация в России, тем лучше, ибо лучше, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, как вы считаете? Я так не считаю. Не считаете? Нет. Ничего хорошего в ужасном конце нет. Но то, что сейчас прошла спецоперация по выборам, это один из фактов того, что стала еще хуже ситуация, потому что репрессивная машина работает вот так, как она работает, и некоторые предсказывают, что после выборов репрессии усилится. Репрессии усилится или уже дошли той точки, но куда уже дальше? Нет, можно еще дальше. Куда? Ну, пожалуйста, посмотрите на Лукашенко. Масштабы и жесткость репрессии режима Лукашенко, по крайней мере, в течение последнего года, были больше и более жесткими, чем в нынешней России. А кто у кого учится репрессиям? Лукашенко у Путина или Путин у Лукашенко? Ну, в данное последнее время явно, что Путин следует за Лукашенко. Ну, просто посмотреть, достаточно посмотреть на не только на конкретные события, но даже на индекс политической свободы, который в Беларуси падает быстрее и сейчас находится на более низком уровне, чем в России. Поэтому куда падать, есть куда. А ниже Беларуси есть еще Северная Корея. Поэтому те, кто полагает, что дальше некуда, глубоко ошибаются. Есть еще куда. И масштабы уничтожения цивилизованного общества или остатков цивилизованного, уже не гражданского, а просто сколько цивилизованного общества в России, есть еще куда действовать. Поэтому... Движение в направлении Северной Кореи не может способствовать краху режима? Или эта история бесконечна? А в Северной Корее режим рухнул? Нет, конечно. Но все-таки вот видите, менталитет разный. Ответ такой вопрос. А при Сталине режим рухнул? Нет, конечно. Ну вот видите. При Сталине были уничтожены миллионы, десятки миллионов людей сталинским режимом. Внутри страны и он рухнул. Поэтому разговор о том, можно ли двигаться дальше, может ли быть хуже, смотрите историю собственной страны, смотрите историю других авторитарных и тоталитарных режимов. Безусловно, можно. Как сменится власть в России, на ваш взгляд? Есть три способа для смены политического режима в таких обстоятельствах, как сегодняшняя Россия. Первое – внешняя интервенция. Второе – переворот, мятеж, вооруженное восстание. И третье – физическая смерть первого лица. Других вариантов нет. Табакерку исключаете? Я же говорю, это вооруженный мятеж. Это значит применение силы. Табакерка – это тоже средство оружия, инструмент. Российская оппозиция, как мы уже с вами говорили, ничего хорошего от этой власти не ждет. А с другой стороны, есть вокруг президента России сисливый, так называемая системная... либеральное окружение. Экономисты, профессионалы, имена которых я не буду перечислять, вы знаете. На ваш взгляд, вот эта история с Навальным, когда мы увидели, что происходило в самолете, который летел из одного сибирского города в другой, и вся история с комой и со всем этим отравлением. Вот эту картину мира, когда видят такие системные либералы, как Набиуллина, Кудрин, Греф, они понимают, с кем они имеют дело, или они об этом не задумываются, они знают, что они делают все правильно, и им нечего беспокоиться? Ну, естественно, что это невозможно не видеть. Но любой нормальный человек, независимо от того, какой он пост занимает, он понимает,
что это такое. И это получилось не только в результате отравления Навального. Я хотел бы все-таки напомнить, что да, отравление Навального омерзительная история, но это касалось а, одного человека, и б, к счастью, для Навального и для страны он остался жив. Но не такого, а гораздо более отвратительные методы применялись против и применяются против Украины, где убито 14 тысяч человек. Против Грузии, где убит 1000 человек. Против Чечни, во время двух чеченских войн убито больше 80 тысяч человек. А применяется сейчас в Сирии, в других странах, применяется против российских граждан. Убиты и Борис Немцов, и Политковская, и многие другие люди. Что это не видно никому? Что этого не знает господин Кудрин? Что этого не знает госпожа Набиуллина? Все это хорошо известно. И это свидетельство того, что они с этим согласны. Если они с этим не согласны, у них была бы возможность а, высказаться по этому поводу. Ни один из них по этому поводу не высказывался. Если они не хотят высказаться, у них всегда есть возможность покинуть этот пост, тем самым дистанцируя самого себя заявлениями или без заявлений, что с этой позиции, с этой политикой они не согласны. Если они не делают ни того, ни другого, значит, они с этим согласны. И тогда тот термин, который вы использовали, который я использовал, и, честно говоря, этот термин, который в том числе и я вводил в обиход, перестал быть корректным. Это системные люди, но не либералы. Потому что быть либералом и быть согласным с убийством собственных сограждан и людей других государств невозможно. Это означает, что эти люди не являются либералами. Их можно назвать кем угодно. Системными бюрократами, системными чиновниками, как угодно. Но к либералам они не имеют никакого отношения. Вопрос простой. Можно ли безболезненно покинуть свой пост? Вы покинули свой пост, и вы теперь в эмиграции. Если я правильно понимаю, вы не возвращаетесь в Россию. Смотрите, вопрос безболезненно. В жизни все является в той или иной степени болезненным. Значит, быть согласным с убийством своих собственных соотечественников – это тоже болезненно. Ну, по крайней мере, для тех, у кого есть представление о совести, об этике, о нормах цивилизованного поведения. Если люди согласны с этим, значит, они согласны с убийствами. Чем отличие в таком случае от чиновников нацистского режима, которые были согласны с убийствами евреев во время Третьего Рейха? В чем разница? Разницы нет никакой. С геноцидом цыган или геноцидом славянского населения? Какая разница? Нет никакой разницы. Поэтому в данном случае, да, они, может быть, лично не занимаются уничтожением этих людей, хотя мы знаем, что когда обсуждался вопрос агрессии против Украины, как раз так называемые вот эти системные бюрократы, системные чиновники полностью это поддержали. В отличие от силовиков, которые высказывали осторожные оценки, что последствия могут быть очень тяжелыми. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены, первое, использовать другой термин, найти другой термин. Сисчины, сисбюры, я не знаю, как еще назвать, но эти люди не являются либералами, и эти люди так или иначе несут ответственность, будучи высокопоставленными членами этого режима, несут личную ответственность наравне с другими членами режима за репрессивную политику, которую этот режим проводит по отношению к собственным гражданам и к соседним государствам. Когда вы еще жили и работали в России, вы беседовали с такими людьми? Я прошу не называть фамилии. Вы обменивались с ними мнениями? Или после того, как вы ушли из должности советника президента, с вами прервали все отношения? Два разных вопроса. Первый вопрос. Беседовал ли я с этими людьми? Ответ – да. А после того, как я ушел, беседовал ли я с некоторыми из них? Да. И... Беседую ли я сейчас? Ответ – нет. Стабильность и гарант безболезненного существования этого режима – это деньги и нефть. В бюджете заложено 2021 года $43 за баррель. Сегодня нефть стоит $73. Более половины триллиона долларов в запасе у Путина, у Кремля, в казне, может быть, даже 600 миллиардов. Путин в шоколаде?
А гарантия стабильности этого режима не деньги. Деньги очень важны, но это второстепенный ресурс. Первостепенный ресурс – это сила. Это сила, заключенная в силовых органах и в применении насилия по отношению к гражданам страны. Это ресурс номер один. Следуя словам Александра Сергеевича Пушкина, «Все куплю, сказала Блата, Злата, все возьму, сказал Булат». Булат одерживает победу над Златом. Как во времена Пушкина, так и сейчас. А поэтому главный ресурс – это ресурс насилия. Злато же и экономические ресурсы, финансовые ресурсы – важный дополнительный ресурс для обеспечения стабильности режима. Сейчас золотовалютные резервы режима составляют более 620 миллиардов долларов. Я был близок. Да. Это существенная подушка безопасности, которая обеспечит им, в общем, достаточно спокойное существование. Но режимы рушатся не от того, что есть эти деньги или этих денег нет. Это, кстати говоря, отсылка к абсолютно ложному объяснению, в кавычках, краха Советского Союза в 1991 году, якобы из-за того, что там не было денег. Нет. Режим рухнул потому, что против него был осуществлен государственный переворот. Один был неудавшийся в августе 1991 года, а другой удавшийся в декабре 1991 года. Но просто про удавшийся государственный переворот декабря 1991 года у нас не принято говорить. Но причины... Вы имеете в виду смещение Горбачева и воцарение Ельцина. Бориса Ельцина? Да. Вы совершенно верно. Поэтому конец режима не связан с тем, есть у него в наличии средства или нет у него средств. У афганского правительства, как известно, вот этого ушедшего, убежавшего Гани, были и финансовые средства, было и оружие, была даже 300-тысячная армия, про которую нам рассказал господин Байден, но это не помогло им. Поэтому сам факт наличия валютных резервов не является достаточным фактом для сохранения стабильности этого режима. С другой стороны, подойду к этому вопросу. На 1 сентября 2021 года объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1 триллиона рублей. Это статистика Банка России. Возможен ли локальный кризис, если закредитованное население не сможет выплатить эти долги? Ну, во-первых, это возможно, но на общем фоне тех вопросов, которые мы с вами обсуждаем, это несущественная проблема. Финансовая система не рухнет? Нет. А что с этими людьми? Вот они не смогут возвращать деньги. Это же ударит по банкам. Будут разматывать эти клубочки. Будут приниматься соответствующие решения программы. Но это не та проблема, которая вызовет какие-либо серьезные колебания ни в банковской системе, ни тем более в политической системе. То, что люди не выходят на улицы, на ваш взгляд, просто нету еще той точки кипения, или это огромный страх перед силовой машиной, потому что лишнее движение, ты окажешься за решеткой? Сколько раз люди выходили на улицы во времена сталинского режима? Ни разу. В Москве ни разу. В других местах выходили, и не только выходили, участвовали в вооруженных восстаниях. Каждый, а что которых... вы имеете в виду? Напомните исторически. В списке вооруженных восстаний на территории Советского Союза с 17 по середину 50-х годов более 100 вооруженных восстаний. А, вы имеете в виду в регионах? Ну, это в Прибалтийских, в том числе республиках. Кронштадт, Тамбовское восстание, Сибирское восстание, восстание на Украине, в Украине, во многих местах. Это постоянно было в течение... Но это были локальные такие... Ну, некоторые в этих локальных восстаниях принимало участие более 100 тысяч вооруженных людей. Все было жестоко подавлено. Все было жестоко подавлено. Но если вы говорите о выходе безоружных людей после того, как подавлены вооруженные восстания, то какой смысл и какие последствия будут для людей, которые бы безоружно выходили на улицы, допустим, Москвы, с протестом? Ну, это нелепо, согласитесь. Поэтому сам факт отсутствия такого рода протестов сегодня не должен удивлять. Не случайно в нашей памяти, в нашей истории обращают внимание на выход этих 7 или 8 человек 25 августа 1968 года. Почему на это обращают внимание? Потому что это был первый выход безоружных людей с протестом. Естественно, по такому случаю. А до этого таких случаев не было. И это Новочеркасск? Сам факт.
ну, это Новочеркасск, я говорю в Москве, просто про Москву сейчас говорю, не про соответствующие события. Потому что таких событий, еще раз скажу, там, Новочеркасск или в ряде других мест, такие случаи были, естественно. А почему на это обращают внимание? Потому что только после хрущевской оттепели возникла некоторая общественная атмосфера, которая позволила это сделать впервые после 1917-1918 года, когда рабочая демонстрация в Петрограде была расстреляна большевиками. Первая, после 18 года, через 50 лет. Сейчас наступила новая волна террора, и выходить на улицы с протестом, когда гарантированно людей будут избивать, арестовывать, сажать на длительные сроки, каков смысл? Я бы хотел бы в завершении нашего разговора коснуться темы Беларуси и Украины. Вы об этом высказывались неоднократно. Вы прогнозируете, что рано или поздно, в ближайшие месяцы или, может быть, год-два, Лукашенко станет одним из губернаторов одного из российских регионов, ну, в Белоруссии, конечно. Или все-таки Путин не ставит себе такую задачу проглотить Минск и чтобы Беларусь стала частью большой России? Нет, Путин, естественно, ставит себе такую задачу. Он давно уже ставит такую задачу. Он ставит больше 20 лет эту задачу. Но Лукашенко ставит себе другую задачу. Его задача проглотить Россию и стать губернатором России. Собственно говоря, для этого он и подписывал союзный договор в 1999 году в надежде на то, что слабый, больной, уходящий Ельцин освободит место для него. Поэтому между двумя диктаторами идет такая гонка, кто быстрее уйдет и у кого, соответственно, появится возможность занять соответствующее место. Путин ждет того, когда Лукашенко ослабеет настолько, что позволит как бы трансформировать позицию президента Беларуси в нечто подобное позиции Рамзана Кадырова в Чечне. То есть Лукашенко будет находиться в Минске, как бы управлять этой территорией, да, но тем не менее в рамках так называемого союзного государства. А господин Лукашенко ждет, когда что-то произойдет с Путиным, когда уйдет Путин, и тогда у него, как у руководителя одной из составных частей союзного государства, появятся возможности и претензии на трон в Кремле. И вот в этой увлекательной гонки между двумя диктаторами, кто первый идет, проходит у них время, и взаимные препирательства относительно того, какой там налоговый маневр, какие там ставки, кто кого субсидирует, сколько там дорожных карт подписано, сколько должно быть. Потому что у каждого есть свой интерес в продолжении этого марлезонского балета. Много говорили о крахе белорусской экономики, но некоторые эксперты говорят, что вполне себе сносно чувствует режим, тем более, что Россия все время подпитывает это деньгами, и никакой гибели промышленности нет. Это правда? Смотрите, Беларусь в течение полутора десятилетий примерно получала дотации из России в размере от 10-15% валового внутреннего продукта Беларуси. Сейчас объемы дотаций снижены, они составляют от 4-7% белорусского ВВП. Много это или мало? С одной стороны, это, казалось бы, не очень много, но с другой стороны, без этой подпитки какая-то часть экономики Беларуси и точно промышленности Беларуси оказалась бы в состоянии банкротства. Дело в том, что Беларусь за последние 30 лет никогда не существовала как экономически независимое государство, полностью экономически независимое, которое могло бы приобретать, например, энергоресурсы на мировом рынке. И поэтому реальная конкурентоспособность в целом этой экономики в настоящее время неизвестно. Да, в условиях западные санкции бьют по экономике или это мертвому припарка? Безусловно, бьют. Конечно. Но мы не слышим, чтобы народ голодал и страдал. Падение жизни в Беларуси очень существенно в течение последнего года. Киев. Каков будет дальнейший сценарий этого конфликта? А главный сценарий Владимир Путин изложил в своей статье, знаменитой статье о единстве двух народов, украинцев и русских, и плюс разъяснение, которое он дал на следующий день.
в переводе на простой, понятный русский язык, это означает политика поглощения Украины никуда не делась. Причем, в отличие от предшествующих текстов и выступлений Путина на эту тему, границы, западные границы исторической России теперь проходят с точки зрения Путина не по Сбручу, а по государственной границе Украины. Таким образом, если еще несколько лет тому назад его аппетиты распространялись на значительную часть территории Украины, но не на всю, не на западную Украину, но теперь распространяется на всю территорию Украины. И эта цель никуда не делась, и по-прежнему Киев остается вожделенной мечтой Владимира Путина. Что сдерживает Владимира Путина не двигать войска? Дело в том, что не только войска, он действует всеми инструментами так называемых гибридных или не гибридных войн, начиная от и вооруженных сил, и пропаганды, и экономические средства, и дипломатические средства, все что угодно. Но, по крайней мере, что касается этого года, видимо, его сильно отвлекли события в Афганистане. Мы видим, что последние два месяца Путин занимается почти нон-стоп проблемами Афганистана и Средней Азии, и его союзников в Средней Азии. Возможно, именно то, что произошло в Афганистане, существенно повлияло на планы осуществления операции в отношении Украины и Белоруссии в этом году. Я так понимаю, что эта задача, она никуда не делась, вопрос времени. Безусловно. А Запад может повлиять на эту историю? Или конечно. Путину Запад не указ? Нет, Запад может, если бы он захотел это сделать. У Запада есть большие возможности для поддержки Украины. И военной, и экономической, и политической. Ну, по крайней мере, нынешняя администрация Соединенных Штатов не хочет оказывать такую помощь. Но и второе, это, конечно, Запад может оказать соответствующую помощь не только Украине, но и Беларуси. Потому что при прочих равных условиях Беларусь оказывается более слабым звеном в этой системе. Украина может себя защищать и готова защищать. И собирается защищать и Украина на уровне правительства, и на уровне властей, и на уровне общества. Украина не собирается сдаваться. Гораздо более тяжелая ситуация в Беларуси. Спасибо вам, Андрей Николаевич, за беседу. Моим гостем был известный ученый-экономист, старший научный сотрудник Центра политики и безопасности, город Вашингтон, Андрей Илларионов.